Телеканал КРТ представляє. Другий раз поспіль на запрошення Державного бюро розслідувань прийшов екс-президент України Петро Порошенко. До цього він 30 разів ігнорував ДБР. Тому бюро анонсували примусовий привід Порошенка, який дозволив суд. Вчора суд прийняв, а щойно ми отримали рішення суду, по якому зобов'язується Державне бюро розслідування розглянути і закрити кримінальну справу, по якій я сьогодні на 10 годину запрошений сюди. Рішення про аналіз сплати податків, який був поданий маріонеткою Коломойського, який називається «Мама любить скорость». І друге рішення, яке зобов'язує Державне бюро розслідування порушити кримінальну справу проти нього за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Нагадаю, в жовтні минулого року народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський заявив, що після його звернення ДБР відкрило провадження щодо декларування недостовірної інформації Порошенком за 2018 рік. Загалом екс-президент фігурує у 13 справах Державного бюро розслідувань. От якраз і є таке в нас обговорення. Один другого обвинувачують, але реально дійсно вже 6-й день весни. Хтось сказав, що Петрушку садити будуть. Весна прийде, саджати будемо. Осінь пройшла, нікого не посадили. Зима пройшла, не посадили. Да, вже вторая весна. Ну, це тільки один із факторів. К сожалению, наша правоохоронна система давно превратилась в охранників Большого базару. Уровень кваліфікації, професіоналізму. Ну, остались професіонали, но это нічтожное місце. Але Чумак, да. Це його людина. Порошенка була. Ну, это і бачите, демонстративно. Да. Виклик такий. Да, это отдельная тема относительно господина Чумака. Там она еще найдет своего бытописателя. Его недолгая работа в Генеральной прокуратуре. Но тут вопрос в другом. Мы видим опять позу. Петр Алексеевич воспрял духом. То есть, увидите, в ближайшие две недели валом пойдет вой, будет стоять, как собака Баскервилли на болоте, будет стоять вой о том, что преследуют патриотов. Оппозиции. Это политичное преследование оппозиции. Вот эти темники уже разосланы, эксперты аффилированные заряжены, и это будет темой месяца. Но давайте, ну, по существу. Там, понятно, есть дела не фактовые, но есть, допустим, факт, героический рейд наших бронекатеров, которые не приспособлены для плавания, там максимально двухбальный шторм. Что такое двухбальный шторм? Это личные бронекатера. Отправил главнокомандующий? Отправил. Так, власне, що він знав, що ті якраз подання робив пан Портнов, а пан Дубинський якраз про моряків не робив. І саме цікаво, що він оминув пана Портнова. Так я ж почему? Потому что с Портновым Петру Алексеевичу неудобно спорить. Это, ну, очень зубастый оппонент. Да. Хоть он и не депутат, но, кстати, вот в свержении Рябошапки, ну, трудно недооценить роль команды Портнова, потому что очень большую работу, в том числе и инсайды из стен Генеральной прокуратуры. Ну, это во многом предопределило печальный для господина Рябошапки уход впервые. Это второй генеральный прокурор, который ушел по недоверию. А вот что касается Порошенко, то да, он немножечко нервничает, как поведет себя сменщик. Потому что, ну, то, что делал фактически Рябошапка, это был прямой саботаж позиции президента. Дякую. Пан Валентин. Первое, ну, так, в связи с этим. Первое, что я хотел сказать, что мне неприятно было слушать, как Петр Алексеевич хамит. Я его знаю очень хорошо еще с его молодых лет. Он очень всегда был культурный, обходительный человек. И тут он начинает хамить в отношении Дубинского. И вот я в этой связи вспоминаю классическое высказывание. Ты сердишься, значит, ты не прав. Не надо. Нужно сотрудничать со следствием и найти компромисс. Вот нам не надо, чтобы жестоко наказывали, садили куда-то. Да? Важно докопаться до правды. И если народ хочет же крови. Понятно, но все-таки можно было бы
А президенту объясняли, не трогай того, не трогай того. И сейчас он понял, что если он этого не сделает, не приведет в порядок наши следственные органы, то в отношении него это будет желание. Ви знаєте, що в своєму виступі він сказав, я вам подарую дві книжки. Перша – це календар, що ви знали, що вже прийшла весна, а друга – це кримінальний кодекс. Бо таке відчуття, що, що деякі з шести структур правоохоронних, які мають право боротися з корупцією, мало бы бороться с коррупцией, забыли про существование криминального кодекса. Поэтому, мне кажется, нужно стимулировать многих высших государственных чиновников и простых государственных чиновников, бывших и нынешних, у которых есть за что бояться, чтобы они вступили в сделку со следствием. Да, и просто договорились, изложите правду. Ну, вы прямо в формате Махатмы Ганди. Людина сколько, перепрошую... накуролесила с теми иловайскими котлами и тому подобное. Знаете, я добавлю про экс-президента. Да, действительно, он учился в ВУЗе, где не поощрялось брутальность и хамство. Но уже 15 лет тому назад, я прекрасно помню кампанию Ющенко, буквально за 15 минут вот, полный срез поведения человека. Лесть и лицемерие по отношению к вышестоящему, ну, на полступеньки. И полтотальное хамство по отношению к нижестоящим. Петр Алексеевич уже был сформировавшейся личностью. Ну, как известно, в 50 лет походку не меняют. И, собственно, это уже другой Порошенко. Но всегда есть возможность попросить прощения и измениться. Я верю в это. И вот если бы в этом направлении наш президент поработал, да, поработал на честное расследование и того, что делал президент, и что другие делали, и что с американскими так называемыми инвесторами, в чем заинтересован президент Трамп. И это мало бы робити, на вашу думку, структуры, которые, власне, на вимогу американцев были створены в Украине? Нет, а вот для этого как раз структуры были созданы не для того, чтобы докопаться до истины, а чтобы контролировать украинскую олигархию в интересах транснационального капитала. Поэтому нужно к чертям собачьим вот эти органы, которые друг с другом никак не могут эффективно взаимодействовать и заменить на действенную систему простую. Президент нам обещал, фактически, вот в его словах во время выборов было, что он нам обещает революционный режим антикоррупционной, антибюрократической власти. У него есть еще маленький шанс. Пока что он тянет и пока он делает очень серьезные ошибки в отношении продажи государственной земли и другого. Но мне кажется, настанет момент, что он поймет, это неправильные месседжи, которые ему даются. И он может войти в историю, а не вляпаться в историю. Только следуя тому, что он обещал, или то, что мы все от него слышали. Мы надеялись, что он будет делать. Да? Шанс, мне кажется, есть. И не быть жестоким, а быть справедливым. Украинцы тоже справедливые. Дякую.